Неплохо, в принципе, был ряд ошибок, но, возможно, это оправдано тем, что при болельщиках игра впервые в сезоне, у кого-то родители пришли, у кого-то друзья, и немножко нервничали, переживали. Ну, во втором тайме полностью забрали и мяч, и инициативу, и моментов соперника не было. Поэтому, в принципе, ничего. Ну, я думаю, что это только эта игра была такое начало, остальные будут все полегче чуть-чуть. Как всегда, выигрывать каждую игру мы хотим, а дальше как будет, уже посмотрим. Поэтому не будем загадывать далеко. Есть игра следующая, ее нужно выиграть, и все.